Доброго времени суток, друзья! Как обещали, состоялся бой нашего узбекского боксера за чемпионский пояс. Мураджон Ахмадалиев вышел на ринг себе уверенным. И ничего не боялся и не волновался. А соперник у Мураджона тоже очень сильный и опытный боец. Но, случилось то, что мы с нетерпением ожидали. Случилось чудо. Наш узбекский боксер Мураджон Ахмадалиев стал новым мировым чемпионом WBA и IBF. Бой длился 12 раундов, и раздельным решением победил наш боксер. Поздравляем Мураджона Ахмадалиева с победой, и желаем всего наилучшего. Еще один узбекский боксер в шаге от титульного поединка в профессиональном ринге. Наш великолепный узбекский боксер Кудратило Абдукахоров следующий поединок может провести против чемпиона Эрола Спенса Джуниора. Если Эрол Спенс сможет восстановиться от травм в скором времени, то состоится поединок. Если же Спенс не сможет, тогда узбекскому боксеру придется провести бой за временный титул чемпионского пояса, и соперником может стать российский боксер Сергей Липинец. Действующий чемпион Эрол Спенс после того, как попал в аварию, атлетическая комиссия не дает разрешения на выступление. А сам Эрол Спенс хочет поединок с узбекским боксером Кудратило Абдукахоровым. Кудратило Абдукахоров занимает первую строчку рейтинга IBF и является обязательным претендентом на титульный бой. Надеемся, что Кудратило станет чемпионом мира в своей весовой категории. Сам Кудратило Абдукахоров в своих интервью несколько раз повторял, что чемпионы в полусредней весовой категории боятся выйти на ринг против него. Кудратило Абдукахоров несколько раз пытался выйти на ринг против чемпиона Мэнни Пакьяо. Несколько раз пытался выйти против Джесси Варгаса, кроме них еще несколько знаменитые боксеры. Но все чемпионы или же знаменитые боксеры отказывались выйти против Кудратило Абдукахорова. Причиной может быть только страх. Боялись потерять чемпионский пояс. Все эти чемпионы боялись выйти против Кудратило Абдукахорова, потому что Кудратило на ринге очень силен. Сам Кудратило рассказывал, что все его противники, с кем он дрался, были сильными бойцами. Их уровень очень высок. Именно поэтому Кудратило не может отправить их в нокаут. И это правда. Кудратило Абдукахоров мог бы отправить в нокаут всех соперников с низких рейтингов и хвастаться, что он панчер и нокаутер. Но он не сделал этого. Вместо этого он подбирал сильных боксеров и побеждал. Уничтожал по тактике. Показывал всем соперникам, что он хозяин на ринге. Поэтому все чемпионы среднего веса избегали Абдукахорова. Например, если взять еще одного узбекского боксера Шохжахона Эргашева, то он всегда подбирал слабых и отправлял в нокаут и набивал себе рейтинг. У него 18 боев и 16 нокаутов на счету. Такой способ тоже считается правильным. Шохжахон идет к чемпионскому поясу без лишнего риска. Он уже вызывает на бой чемпиона и обладателя двух поясов Джоша Тейлора, но об этом в следующих роликах расскажем. Кудратило Абдукахорову нужны знаменитые бойцы, как Мэнни Пакьяо или Эрол Спенс. У Кудратило Абдукахорова очень высокий рейтинг, и он считается самым лучшим боксером Узбекистана на сегодняшний день. Для него рейтинг уже не главное. Он очень силен, но его мало кто знает. Именно поэтому он хотел поединка против чемпионов или лучших звезд мирового бокса. Но все знаменитые боксеры отказывались. Самым известным соперником Абдукахорова стал японец Кейта Абара и бывший чемпион полусреднего веса Луис Калатса. А теперь чемпион Эрол Спенс или российский боксер Сергей Липинец могут сразиться за чемпионский пояс с Кудратило Абдукахоровым. Сейчас идут переговоры о бое. Как станет известно о дате и месте встречи боя, мы вам расскажем. Итак, дорогие зрители нашего канала, мы ждем еще одного чемпиона из Узбекистана. Болеем за наших боксеров как никогда. Вот теперь пора. Они начали показывать все, на что они способны, и это дает очень хороших результатов. Они стараются за нас, за нашу страну, и мы должны стараться за них. Болеем за них как можем. Если вам понравился ролик, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем следующих роликов. До скорой встречи!